Наверное. А нету чистого. Итак, как вы думаете, ребята, чему учат наши занятия? Да, Полина? Они помогают нам быть добрыми и справедливыми. Хорошо, молодец. А теперь давайте попробуем нарисовать ваши впечатления об уроке и подумаем, что же такое душа? Зайдете ко мне в класс. О, Мэри. Так, Мэри. Галина Петровна, я хотела с вами посоветоваться. Ой, что это у вас? Дайте-ка посмотреть. Что вы, Зоя Егоровна? Я вас прошу, дайте мне посмотреть. Дам, Зоя Егоровна. Да что это такое? Я вас не прошу. Дам. Да что это такое? Это Мэри. Она меня любит. Дайте не мне. Дам. Дайте не мне. Дам. Нет, дайте мне посмотреть. Что, да Зоя что Егоровна? С вами происходит? Да дайте. Нет, что вы, не дам. Дайте мне посмотреть. Да нет. Что это? Дайте мне нет. посмотреть. Нет, а мы уже помирились. Mm-hmm.